Так, я включу телек. Так. Нижний Тагил. Мы тут решили кусить в кафешке. Заодно мы пришли на площадку, чтобы вас встретить. На месте происшествия работает следственная группа и сотрудники службы собственной безопасности Следственного комитета. Осмотром места происшествия установлено, что похищены телевизор и видеокамера. Ни уголовные дела, ни видеокамера. Он пока появится только в третьем выпуске. Так вот. Передаю слова Глебу телевизионщику. Итак, что хотим сказать в рубрике «От винта»? Опа! Буманы! Наркотики! Наркотики! Ты мне в дедушке годишься уже. Ха-ха-ха-ха, намёки. В смысле? Сегодня стало известно, что загадочный математик Григорий Перельман прервал свое добровольное затворничество и вышел из дома. Последние несколько дней за ученым охотились чуть ли не все средства массовой информации. Минувший вторник в Париже Перельману должны были вручить престижнейшую премию – $1 000 000. Однако лауреат церемонию проигнорировал и от комментариев отказался. Покататься. С Агушей малыш растет не по дням, а по часам. Потому что детское молочко Агуша, богатое белком, укрепляет его мышцы. Так делают. Как прекрати меня допрашивать. Мы ушли из террариума. Потому что кто-то голым катался на огромной черепахе. Я не виноват. Фонтанчик для питья взял меня. Он со своими фронтальными системами сдвигается к востоку. И холод завтра доберется до Омска. Тут будет плюс 16 и грозовые дожди. Думали, вот одного здесь нарисуем. И еще одно. Это попросил подписчик один под названием Вести Тагучин. Попросил, чтобы мы нарисовали еще его. Уникальное, ни на что не похожее место. Это волшебное шоу, где юмор не знает границ. Ни моральных, ни национальных. А кто когда обвиняется в этом? Закройте любые рты!